сериал, безусловно, выдающийся. Вау, ого, а так можно? Как будто ты попадаешь в ту эпоху. Меня заиграла гордость, то, что я сыграла в таком проекте. Действительно, как в сказке. Маленький ребенок острее ощущает несправедливость и несвободу, поэтому первым ощущает необходимость борьбы. Меня именно привлекла вот эта самая идея «Человек против системы». Давай, давай, расскажи, расскажи, чем тебя не устраивает наш коллектив, а? Я никогда не ощущала себя такой нужной. Пищеблок – это о людях, о личностях. Дружба и любовь, которая побеждает все. Классический грим, прекрасная игра актеров. Это дает ощущение реальности. Я думаю, что все получилось.